Итак, у нас вторая битва идет сейчас. Круговой заключительной стадии турнира, да? Прелесть круговой стадии в том, что вот сейчас Гловер выиграл у Марка, да? Но, допустим, Марк может выиграть у Гибсона, а Гибсон выиграть, опять же, у Гловера, да? Ну, все возможно, здесь все атлеты сильные, все непредсказуемо. Я думаю, что, конечно же, наиболее сильный Гловер Марк, но это моя оценка. Как оно сложится, кому-то не повезет, у кого-то там живот заболит, еще что-то. Ситуация может быть разная. Ну, для начала мы пройдем эту битву. Итак, Марк. Марк у нас обладатель мирового рекорда на этой дистанции 100 метров. С погодой ему везет. Ну, плохой пока результат 4.60 на 50 метрах. 81 тоже. Для данной стадии турнира это не очень результаты. У них примерно одинаковое количество забегов на дистанции 100 метров. Посмотрим, что у нас покажет Гибсон. У него результат его хуже. 1.07. Пока 4 сотых выигрывает, но это ни о чем. 8 сотых выигрывает. Ну, первый забег он размечен, как правило. И все равно он проиграл, да? С погодой ему чуть меньше повезло. 17 сотых он проиграл. Ну, что ж, у него есть еще попытка. Посмотрим, что он покажет в эту попытку. Ну, зрители битком. Конечно же, финальная стадия, она наиболее интересная. 4.58. 2 сотых здесь всего лишь выигрывает. Ну-ка, ну-ка. 89. Нет. Свой результат он улучшил, но этого недостаточно. Там на сотую долю. Соответственно, первая дистанция пройдена. Пока ведет Марк. Ну, в общем-то, я так и ожидал. Но это еще... То это только начало. На самом деле. Хотя, в общем-то, он легко победил. Относительно. Хотя результаты близкие, но все равно... Не потребовался дополнительный забег от Марка. 50 метров, 4.40, ну, уже так более-менее, да, 10 метров, 0.98. Сильный атлет, потенциал хороший. 8.42, ну, неплохо, между прочим. 12.70, да, тоже ничего, хотя далеко до мирового рекорда. Его установил Гловер. Мировой рекорд, ну что ж. Сейчас бежит Марк. Мне кажется, Марк может и получше пробежать даже с первого попытки. 1.05 пока. Так, 4.39. 1 сотую выигрывает. 8.41. 1 сотую выигрывает. Четко они бегут прям. С погодой ему не очень повезло. Так, 12.46. Ну, вот здесь, конечно, 50 метров он пробежал отлично. И, соответственно, 24 сотых у него лучший результат. На 24 4 ошибки он допустил. Разница небольшая. Ну, посмотрим. 25 раз бегал дистанцию эту. Гибсон тоже приблизительно. 20-25 не такая разница. 20-35, да, разница есть. 4.48. Хуже бежит пока. На 9 сотых. 8.47 на 6 сотых. Хуже бежит. В итоге... Оба! Вот это да. Ничего себе. 1 сотую буквально там, ну, до около 2 сотых он выиграл. С погодой, между прочим, повезло больше. Ну что ж, у Марка есть еще попытка. Здесь 6 у него было ошибок у Гибсона. У Марка сейчас смотрим. Также 10 метров пробежал. 4.35. Вот здесь пробежал лучше уже, да? С 13 сотых он ведет. Здесь уже прилично, уже 2 десятых, даже больше. А с погодой, кстати, ему не повезло, но пробежал в итоге он лучше. На 13 сотых лучше. Тоже достаточно уверенно пока лидирует. Без проблем. Надо было лучше, что оно лучше. Следующая дистанция. 2.0 счет. Все идет к тому, что Марк победит 3.0, но... Ну, посмотрим. Всегда есть но. С погодой Марку повезло. Неплохо. Не максимум, но хорошо. Пока бежит так. Ну, неплохо, но тоже ничего особенного. 88 тоже хорошо. 12.7 тоже хорошо, но не на пятерку. Так, здесь у нас 16.73. Ну так, неплохой результат для сильного атлета, разминочный, в общем, как нужно. Он пробежал как нужно, что мы от него первого разминочного забега и ждали. Ну, 13 ошибок, правда, многовато, да? Можно было и поменьше, раза в 2. На 3 сотых здесь пока проигрывает. Здесь у нас на 8 сотых 9 проигрывает. Здесь уже 3 десятых проигрывает практически. И у нас здесь, ну да, здесь уже прилично уже там
уже 4 десятых, там 44 проиграл сотых. Много довольно ошибок меньше. Ну, чем хорошо дополнительные, есть всегда возможность, если ты ошибся первый раз, можешь показать, что это была ошибка. Уж второй раз ты покажешь все, что ты на что способен, если не будет проблем с животом, с температурой, травмами и так далее, да? С погодой. Ну, не очень повезло. Вот здесь ему не повезло с погодой. На этом чемпионате у нас нестабильная. Бывает стабильная, а здесь нестабильная погода. Пока здесь он бежит лучше. Одну сотую здесь выиграть всего лишь. А здесь уже проигрывает. Но все-таки не может. Он 12 соток уже проигрывает. И здесь в итоге... А в итоге все-таки выиграл, да? Ну, вот здесь вот как-то нехорошо у него получилось, да? Здесь было нормально. Все нормально. Здесь бежал до 50. Здесь провалился. Но, видимо, сэкономил силы и для окончания дистанции. Здесь уже выложился на все 100 и на 2 сотых обогнал при плохой достаточно погоде. Ну, у Марка есть попытка тоже, точно так же. Первый раз он, я считаю, размялся. С погодой сейчас ему повезло. Я думаю, можно ожидать сейчас высокого результата. Пока он отстает, он, тем не менее, 4 сотых проигрывает. А здесь уже вот это вот он дал, да, 25 уже, 24 сотых выигрывает уже. Здесь уже ничего себе, 5 сотых, 5 десятых. Ну вот в итоге результат близкий к рекорду, 16-19. Это уже там на 5,52 сотых лучше. Ну, 3-0, в общем-то заслуженная победа Марка, без проблем. Гибсон показал, на что он способен. Неплохо бежал, видите, вот его рекорд он здесь установил. Но этого не хватило. Марк из другого теста атлет. Следующая пара.